Это у нас завод 311, да? Опять нас слушай, я об этом кучка сказал... пидорасов. А? Я тебе про это сказал уже давным-давно. Ты только сейчас понял, что это завод 311? Я давно понял. А чё ж ты? Ну просто я восторженно сразу сюда нахожу, как убили, блядь. 4 ряда. По всем лестницам, по 4 человека. Хочешь теперь прикольчик о ней расскажу? Ну? Я не загрузился. Почему? В смысле, почему? До сих пор, что ли? Да. Ну вот нифига было сюда добираться. В смысле продавать? Он меня просто предал сам по себе, потому что на него места не хватало. Ну, кстати, мне достаточно. Батлы. Ты удалила? Для батлы. Нет, если я удалю сука, дополнение. Ну ты не мог это сделать сразу, нет, ну сука, дождался, пока я долез до самого конца. Прям пяточка останется, он по пяточке и прям со сразу. Люх, если я удалю дополнение, то да. А если я хочу с дополнениями, то места не хватает на все. А сука, на месте дополнение. Больше 50. Чё? Сколько? Сама по себе 23. А без с дополнениями? Вот, твои подруги, 50. Больше. Что за дополнения такие? Ну сколько там, 5 или 4 дополнения? Ну и что, не такие прям охуенно глобальные, что ли? Ну, каждая там по 4 какая-то прибор. Ну, блин, 4 новые карты в каждом дополнении. Это тебе не глобально? Сука, это снайпер. Разлёгся, пидоряга. Отлично, спаун ты, сука, поставил. Сейчас, сука, я иду, не спаун. Мы потеряли контроль над целью Чарли. Yeah. Лёх, где я рассказываю? Заебал пиликать, а? Где я рассказываю мне? Кто, снайпер был? Ты. А, я? Кота а? Под нуда. Где? Кота под нуда. Чё, ну, поближе где-нибудь. Сука, сука, смотрите, ебучек, и как жопа, чё это, блядь, чистое чувство, нахуй. А, кого-то убил. Нет. Я зарезал кого-то случайно. От страха. Не-не-не, отвали. Люха, если это ты был? Где? Нет, не ты, хорошо. Нет, не, я заспавнился тут сейчас. Ну что, еще и своего убил? Блин, на меня спрыгивает свой, а я думаю, что это враг. Не убиваю его. Сам туда иди, сука, хитрый какой. Показан, идите, говорит, пацаны, туда, идите. Я постою, подожду. Потом сливки тут сниму. Где вообще? М? Где? На С. С? Иду в конец. На С, а не в конце. А, на С. Окей. Вот. Спасибо большое, старик. Сент Чарли только что была потеряна. Ты все еще на це? А вот я тоже так думаю, что пора. Ты тоже слышишь этого камера, да? Конечно, я слышу его. А ты слышал? Нет, сейчас мы ты будешь. Только что потеряли цель Браво. Ты надеялся, что эти звуки очень похожи? Вот это вот? На это БК был или ты? БК. А, да. Не, что ты сказал. Смотри, я сейчас зарежу. Зачем ты его убил? Кто его убил? Иди сюда. Я так же всегда. Когда я подхожу лес, то так, блин, просто такой вид. О, все, мой килл, похуй, что кто-то режет. Бля, я проубивался. Да нет, ладно, я убивался это всегда. Потому что я знал, что, он видит, что если я знаю, что он видит, что я его резать, убивает только потому, что он хочет себе килл. Я, сука, оскорбляю. Может, так нехорошо это. Вот-вот. Давай, братух. Не стреляй. Где? Артур, тебе в рифму ответить?
Не, ну можно и в риф. В риф мы как раз скажет, знаешь, так сказать, передаст еще самое главное, еще не только в риф, но и в по сути. Самое точное будет. Пизды, какой же я зажим, блядь. Пробовал когда-нибудь не зажимать? Ты пробовал не зажимать? Не помню, если я убегу такого. Серьезно, получается лучше. А можно не зажимать убивать? Да. Ну давай попрощаемся. Не, погоди, ты что, вышел из игры? Нет, ну ты же говоришь. Все, играй пока что, пока я не разрешаю. Прощаться он собрался, он слышал? Ты же уходить собрался. Куда я? Собрался, главное, уходить без прощания. Внимание, вы потеряли цель Чарли. Так, чё? Сектор клей. Нет, не клей. Ай, пизда! Сука, это я как раз не сообразил, что фонарик, если светится прицел, это все плохо. Чё? Я спрашиваю по-иному, а бывает? Неважно. А, ну как, по-иному. Ну да, если ты тоже снайпер, и ты там типа уверен, нифига в себе, у тебя офигенная позиция, тут неплохо, он светился фонарик, ты, ну, прицел. Ты там, не знаю, там отошел чуть-чуть, подошел. Свой фонарик. А. Ну, Леха, ты подло. Подло. Внимание, цель Альфа захвачена. О, нет. Да бульдог. Да, бульдог. Просто вижу уже бульдог, и даже стрелять не собираюсь, потому что знаю, что... Сука. Лезвый парень. Лезвый пацан. Вот какой лезвый. Хай-вай. Хакуй. Хай-хай. Прям будущее, наверное. Он аж сам охренел. Он аж сам пересрал. Наш... Со страху выстрелил. Ай, блядь. Это бывает. Потом попадаешь обычно в таких ситуациях лучше, чем когда целишь и... Ай, блядь! Лучше вообще не целиться. ХП, стой, 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 ХП, дай ХП, коробочка работает, я вижу, успокоился. Весьма признателен! Весьма признался! Ну, я открыл столько. Чувствую пух. Цель Чарли только что была потеряна. Чувствую патрон много. Нет, нет, нет. А меткости не нужна. Да умри ты! Что твою мать хоть раз там выиграть? Ааа! Ааа! Сейчас запускал магазина прям! Ааа! Алкоголь? Я просто патроны кончились. Подожди, я понял. А, я ж попал в себе ебашку, да? А, Люк, кстати, это же из-за того, что я целился. Все из-за того, что я целился. Все из-за того, что я целился. Целиться нельзя. Таких не, я сейчас даже не целился, я просто зажимал. Ну я так понял. Тебе вообще было пофиг на это. Бульдог опять. Фак, я испугал злого процента, не думал, что это отзывать. Ну это ж 200 патрон, 800 скорострельность. Можно вообще не жить. Нет, на таком расстоянии не целиться. Стоишь, а какая-нибудь пуля да попадет, да? А может даже не одна. В таком состоянии ты был. Меня подняли. Ты живой? Прости, охрани. Подъем, пацан. Так, как я понимаю, ты взял медик. Подъем, пацан, это как бы только медика фраза. Ну как взял? С него взял. Он меня поднял до этого. Несет. Как бы. Я подумал, что неплохо было бы ему помочь.
по-братски. Раз уж он меня поднимает, что мне нужно помочь-то? Ты пацан хороший. Не то, что ты. Да, действительно. Это вообще пипец какой-то. Воу-воу-воу. Ой, братан. Вот я же говорю, что меня дефиль убивает. Правда, мне кажется, я и так бы сдох, но он не убивает. Зачем? Да. Этот раз его никто не убил. Не, я, наверное, когда... Нет, сегодня резал, но не на выдох, наверное. И не в прошлом. Это резко. На видосик меня резать не снимал. Детей и так не особо прет. Пошел. Было неприятно. Сука, сука, сука. Что ты сейчас имеешь в виду? Что, я врача вернула? Да даже тебе не прет резать кого-либо. Ну смотри, я выключился в этот раз. О, я вижу врага. Я понял, теперь он меня убивает. Надо посилу его убить, чтобы он выйти. Ну да, да, это будет крик с моей стороны. С твоей, так ты вообще-то не отвечу. Так, в общем, будет мне просто с ракетницы убили, а не с этого. Кстати, с кубиц 96. Нет, не так уж глупо было с моей стороны, да. Однако я его хорошенько покоцал. Неплохо так. Она считается как килл? Ну, 6. Считается или считается? Слушай, я не знаю, что, по-моему, могу считать. Сука, СРРшки заебали. Они... За крышу их не, я просто сегодня не стремлюсь на крышу, я даже ни разу не пытался на нее залезть. Я тоже. Нет, первый раз пытался, меня с нее шлепнули, как раз скажется, пожалуйста, по пяточке. И после... Ну, она меня не беспокоила. Смотри. Вот последние два раза она меня забеспокоила, сука. Нет. Хочется просто за принцип залезть, распидорась всех и слезть. Ну, или посидеть чисто, чтобы... Блин, блин, ну, как же пиздец. Иди так и сделай. Сейчас, Фома, Фома. О, нет. Фомас меня нагнул. Все сидят, виноват. Да, я всем всегда виноват. Да, такие дела. И не меня вообще. Блин, Фомас, это, наверное, полсекунды. Мышку держишь, магазин уже пустой. Ну, есть. Я пользовался. А? Я им пользовался, так оно и есть. Ну, да я им тоже пользовался, что у меня нет, что ли, вот? Чего? Там кто-то забежал, кто-то забежал. Что происходит вообще? Забежал, я его убил. Сука, что это, блядь, не история, что происходит? Я уже пятый раз сдохну подряд, я не пойму, откуда это, что происходит, как меня ёбнули. Обычно понимаю, да, вот он, сука, убил, со спины. Сейчас как... О, нет. Не если пиздец творится. Вот примерно я понял, откуда граната шла сейчас. Нет, подожди. Цель Альфа потеряна. Отсюда? Отсюда. Ты все опять сразу, да? Сразу понимаю, все оттуда, ага. Угу. Сразу координаты там, все там. Да-да-да. Северной долготы там, да? Нужно еще открыть. Западный там, да? Там что-то такое. Ой, кто-то спускается, напрошусь с крыши. Надоело. Ну, а сразу съебал, сука. Понял, что он под контролем. Так я ни хера не попал, понял. Мы только что потеряли контроль. Артур, говори, что за тебя показали, я пишу, тут какое-то вещество. Ну блин, у тебя хорошо получается. О, я его убил. Тихо, ой, би-би-би-би-би. А, би-би. Совсем би-би. Ой, заебали, не снайпер, сука, бис, не пиздец вообще. У нас нет, на такой степени снайпера в духе, да? У нас снайпер, а, нет, у нас там есть снайпер от ЛФ. Ну так, 1, 2, 3, да? Да-да-да. У вас пиздец просто, сука. Сука, главное, пиздец. На крыше. Ты, наверное, один из пяти, может, человек, который бегает с миссией, сука, на крыше дроится, да? Артур, залезь сам за пидорасы, а? Ладно, тогда за такое количество убийц тебя сразу выкинут, мне кажется, у нас до хера. Знаешь, так стоит сделать. Вот когда я на крыше, то я сейчас все нормально. А тогда никто не честно. Ну тогда и я на крышу влезу. Так неинтересно. А, подожди, ты же не за мою команду. Женя, на какой крыше? Подожди, ты про нашу вообще команду, что ли? Ты вообще молчишь? Mm-hmm. Ага. Mm-hmm. А вот того. Даю тебе высказаться. Цель Браво захвачена! Я бы тебе кучу вопросов задал, а ты так не даю тебе высказываться. Ага. Понятно. Что делать, когда я... Давай так, Илья. Ты сейчас выходишь на главную площадь. Так. И стоишь. Так. Даешь коробку под ноги. Так. Стоишь на нее. Так. И воображаешь из себя елочку. Так.
Ну еще загорелся, не забудь. Так. Все записал, да. А в каком месте смеяться-то? После елочки можно загореться? Нет, после того, как ты встанешь сюда. Ага. Не стоит смеяться. Где ж горю? Мама, я просто понял, что здесь елочки. Почему меня все убивают? Мне это не нравится. Да не, на самом деле нормально просто. Подло это. Со мной не согласен? Со мной не согласен? Блин, я думал, это ты, я на тебя думал, я упал. Что, сделал то, что я сказал? Я не могу посмотреть, я не добегаю. Ты имел в виду в игре что-то сделать, я думаю. Мы теперь контролируем цель. Да, я имел в виду в игре это сделать. Игру елочки. Я же не могу запрыгнуть на группу, так как она не, ну, не полая, то есть, я знаю. Я так заебал, я сейчас наверное минусу, я уже ушел нахуй. А было 13 на 8, а я просто сейчас, не знаю, бегаю, пизжу, дохну, бегаю, пизжу, дохну, бегаю, пизжу, дохну. Да, мне тоже. Ты тоже, что ли? Ну, да, почти. Ну, да, так. Обнаружен вражеского солдата! Вот твои патроны! Сука? Я же не понимаю, где враг, а где мертвый человек. Сука, он слишком долго оружие поднимает. Но стрелять с него быстренько достаточно. Прицелиться быстренько, но, сука, как же он долго его поднимает, а? Когда оружие между собой меняешь, ибо он как будто его из жопы вытаскивает. Я промолчу про этот спаун, вообще, блядь, ничего не скажу нахуй. Просто заебать спаун. Пизда, волшебный, волшебный. Как всегда. Просто, нет, Артур. Сука, я прям вырежу именно этот маленький кусочек нахуй, ты посмотри. Прям маленький кусочек залит на тебя, прям нахуй. Назову для Артура. Ай, блядь! Для Артура назову кусочек. Слушай, ты заспанился нормально, у тебя куча своих там было. Ты меня еще даже вот убил. Именно! Я сука, тебе покажу этот маленький кусочек, блядь. Ты меня еще убил. Да, блядь, покажу такой пиздатый кусочек. Самый хороший кусочек, где ты меня убил. Слушай, нет, я, короче, как его назову? Я не буду называть его для Артура, назову пиздатый спал. Вот так он напишу. Пизда, спал. Да? Да. Значит, нормально, вот сюда шкурили, тебе скину. Слушай, ты такой вообще просто. Просто пиздец. Ну, ядно. Я 83-й, кстати. Поздравляю. Хуёв тебе на стену. Да. Ни один, блядь, не подвинет. Ай, противник! Не, он противник, я может понять. Мне кажется, я спойлер начал, да? Я это, блядь, чуть-чуть психанул, да бывает, пацаны, психанул, бля. Психанул, так и набежу. Умри! Ну да, против дробовика, конечно, умереть. Смотри, что спал. Вот свет пакет, возьми! Кидаю гранату! Мы только что нейтрализовали цель. Ой, братан. Люк, вот, давай так. Ну. И сейчас ищешь меня или даешь сюда убить? Да я не ищу! Что я второй? То есть, я тут сейчас так натагивать. Где ты? Я не могу понять. Ну, сейчас реально в рифму будет самое. Где ты? Я лечу над тобою. Растворяюсь в мечту. Медпакет, вот! Обидно будет, если я сижу, жду, собираюсь. Где вообще? Да, фиг, поиграем, я на цель. На цель? Я иду. Давай. Ты сбежишь, летишь? Меня убили. Я тоже кого-то убил. Это меня порадовало. Так ты на цель все еще?
Сука! Блин, перезарядка, я ненавижу. А? Не ругайся. Ты все еще Почему? На Почему? Ты все еще на С? Не можно ругаться. Был. Ты все еще на С? Да, моя тушка лежит на С. Без меня, а без ты? Меня. А я сижу в менюшке, жду, пока осталось 7 очков. А хотя можно все равно заспавнить, я думаю. Да, спавнить спихил и я отдам все. Йоу. Ну прям так не надо. Это наша цель. Может, ты заплатит. Тебе-то заплатит. Тебе нет, да. Ты посмотришь. На YouTube за... снимешь, на YouTube зальешь. Вас все просмотр будет. Вот, забавно. На YouTube. Нет, ты, короче, ссылку такую сделаешь, типа, как эти. Жандека и лучше кидают, типа, там. Будет черный экран, на нем, если вам 18. И да, и нет, блядь, честно скажу. Не, я хочу не бы, я честно не понял, потому что это Илюх, давай прощайся. Нет, по-любому, блядь, честная сука. Подтверждений никаких не надо, там паспорт, данные, там мамка пам разрешила. Не, вообще просто ты нажимаешь «Да». Всё. Илюх, скажи мне «Да». Если тебя есть борода, и я скажу тебе «Да». О, сейчас, мне кажется, новый левел будет. Давай, дай мне новый левел. У меня левел, но... Сука, да, у меня левел. Стоп, у меня левел. Стоп, погоди. Сейчас что-то не помню, сколько мне не хватило до нового левела? Открываем. Сейчас узнаешь. Прогресс, стоп. Мне не хватило до нового... Смотри, до нового левела нужно 110 тысяч. У меня 109 978. Одна пульку не выпустил. Илюх, давай, говори пока всем. Лох по жизни. Нет, ладно. Я не... Давай, короче. Пока всем. Ну, не настолько скромно. Короче, подписывайтесь на наш канал, если вам понравилось, не понравилось, тоже подписывайтесь, хули, нет. Ставьте лайки, всем пока, до новых встреч, уже курорт Хаянь, надоел, курорт Хаянь, всем пока. Пока, ребят. Это все, что ты хотел сказать? Да. Что ты сейчас сказал? Привет.